Он писал что-то вообще, я не могу вкурить. Так, замени минут на 20. Кстати, а что за вот МВП хант? Ты у него 1200 ИП снял и все. Это МПП, этот Султан. Так, ну, говорит, 20 минут не было. Ну ладно. А сейчас-то какой-то слот надо. Хулидринг, ты говорил, пойдешь? То у нас слот, два Ага. слота есть. Сейчас зайду я на свине. Давай пока смотрим. Пошли трэш хуярить. Вы же понимаете, да, что мобов много, не напуленные. Подозрительно вас зашел. Так, чисто для справки, а что, один танк или что, не могу понять. Или что, блядь? Чё, вот кнопки стана у вас нету, нихуя, нихуя вообще нету, да, блядь? Вот моб в рейд пошел, у вас вообще нихуя нету, или что, нахуй? Ты душу не забывай высасывать. А мозг сейчас высосут твой, блядь. Чтобы ты мне это сказал? Да. Моб в рейд пошел, что его не застанет, не стаунтить, не грипки дать. Ну я ему как бы дал фир. Да не тебе, блядь. Я вообще ко всем миликам, блядь. Все можно. Надо, блядь, сорвать его в рейд еще оставить повернутым, блядь. Это же вообще пиздец. Это же дохуя кью надо, чтобы, блядь, сообразить, чтобы рейд не убить. Бигдэм, блядь, ты тут?
тактика топов, нахуй. Собираешь М, даешь тычку, нахуй, на трэше, падаешь, нахуй, уходишь АФК, блядь. Учитесь все, нахуй. Лучшая тактика, мне нравится. Вечный посох таким же образом буду собирать. Угу. Нахуй так делать вообще. Мы как бы инс должны проходить, а не сидеть. Где там хулидринг? Кто танчить будет? Есть желающие? У меня срок, ага. У меня есть 4-4. Хулидринг ты. А, кто хилить будет? Ну там два приста, два шамана. А чё у нас, блядь, два слота? Я не ебу, просто так, нахуй, для красоты, блядь. Стой, гильдии, никто не хочет заходить. Сейчас зайду. Ну я тоже не зашел. Ну ладно. Что там лучше, блядь? Что это такие вообще? Или... Вот, охот колбаса, кто это, блядь? Охотник. Захожу. Так, важный домен, блядь. Брюс Литер, кто это? Как Брюс Литер? Да. Брюс Литер. Нормально. Павел Фуль. Поперхнулся нахуй. Не розовый, кто это нахуй, Дмитрий попал? Нахуй он тут сидит. Все люди с хорошим чувством юмора. А по-моему, Брюс Литер это переименованный Паша Сфинктер, потому что у него заметка та же. Павел Фурик. У него типа такая же. Короче, шило намыло. Меня просто порвало сейчас нахуй. Хорош нахуй. Не розовый, кто это, кто знает, блядь, давайте, блядь. Да, клоунов. Ушастик, кто это, он тоже, блядь, просто так сидит. Нахуй они мне нужны, эти сфинктеры, нахуй, все эти дауны, блядь. Чего, человек, может, нормально играет, хорошо. Да, я и вижу, как он играет. Мы в рейде, у нас слот, нахуй, а люди сидят просто так. Понабрали хуйни. Ну, хотя бы у него фантазия будет хорошая. Да, не то, что у меня, нахуй. Да-да-да. Чересчур, скажем так. Да не, нормально. Как бы в рейды ходили. Зато живут в Долорай. Чего войт? Мне ком. Я хуй знает. Вот мегаханта давай возьмем. Кидайте ролл, нахуй. Вон мегаханта, бери. Кто это такое? Не знаю, пригласили, убили. Он в муте. Он мегахант. Это же мегахант. Молочага, ебать. Че, разник, будешь танчить? Сука, пойдешь, вот тут. Или хочешь подыдешь? Кого еще там рейды интересуют? Сейчас я покикаю нахуй всех пидоров, кто просто так сидит. Вот Тулитон, кто это нахуй? Хули он сидит, 1200 п, нахуй нужен. Момент настал. Я ебал эту хуйню нахуй. Все, я взял мегаханта. Ебать, мегаханта. Ушастик, извини меня нахуй. Рак у жены, блять, он мне такую хуйню пишет. Такое вообще пишут в игре, блять. Пиздец. 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 Ну если серьезно, то пиздец. Если это рофл, то, блять. Да тоже пиздец. Тоже пиздец.
Не знаю, мне кажется, человек порофлил, блядь. Ну, такое нельзя писать, нахуй. Ну, даже если бы так, ну... Вообще нельзя играть, наверное, в игру тогда. Вообще нельзя играть, это рофл какой-то, нахуй. Такие-то дауны ебаные из других гильдий сидят, нахуй. Тулитон, пишу. Ты рейдить собираешься? А чё, замена нуна? Если да, то не вопрос. Что, дебил, бля, иди с замены, сиди в очке где-нибудь. Заебали, нахуй. Все, у нас фул воет. Тебя только ждем. Сейчас я еще кое-нибудь поищу там, нахуй. QXS, нахуй. 4000 ИП, нахуй. КД. Он знает, в первом рейде был. Точно? Точно. Хорошо, повезло ему. Разогнался. Big Dem спас. Так, теперь вот же твоя очередь, нахуй. Пишу в ПМ. Ты тут? А ему написал. А у нас фул уже, пошли. Сейчас, подожди, я еще этого кикну, блядь. Сейчас гильдию почистит. Сейчас пол гильдии почистит. Это вам смешно, блядь. А все из-за одного бича, который не пошел рейд. Так. Вот, выходные, хочется для души поиграть, а в будни не получается до 20.00. До 20, до 18 только могу. Толкион, это вообще сейчас чел чилил. Вот это отче, которому вы отдали, ебать... Нет, то есть Толтион сейчас только что пришел в ДМ, его отправили на замену, а ты ему кикаешь сразу же, блядь. С ума сошел. Кого, что? Кого кикал? Толтион. Да, ты его на замену отправил, блядь. Ты его на замену отправил и кикал. Я его не отправлял на замену, ты что, накурился? Он был, в рейде. Он его отправлял на замену, он был в рейде. Не, не помню. Не, было. Не, сегодня. Я был в рейде. Серьезно тебе говорят? Да, ты с Холи Дринком сидел вместе. А, может, ну, блядь. Посинили или чё? Чё нахуй? Попал, значит. Ну, уже всё. Не повезло. В следующий раз повезло. Да. Будет на туре. Бухнул, походу, сегодня. Значит. Чё, проходит себе РБК, ничего не подрезывает? Ага. Это с поворота. Вот так, блядь. Сгорча, спыл уже. Ты думаешь, он бы скорее на замену, а тебя, блядь, кикают. Ой, ты уже прошел замену выходить. Ставь рыбу, я фласки уже выпил, давай, погнали. Скажут, ебать, садиться на замену, отказывайтесь. Ча, еще секунду, блять. Вот же. Да нахуй надо, мы лича били, он не зашел. Тебя на 100 силы титана тогда. Произошел клининг. Блять, вот же кикнул. А за что вот же-то? О, еба. Ну как за что? Слава, блядь? Купил Иисусью тряпку нахуй, все чистит, блять. Ёбаный свет, блядь. Я чувствую, день не поиграю в гильдии, все. И все пиздец, да. Да не, на рок похуй в целом. Тут ставлю рыбу. Так, грид, а за это время кто-то причем, танк... Да. Причем хороший, друг. Причем хороший. У него плюс 6 от МСК, он не может до 20.00 сидеть, нахуй. Оно уже только до 18. Вот и играй с ним, нахуй. Вот а тебе тут, ответ. Да, время не совпадает. У человека время не совпадает, ему нечего тут у делать. У нас Зубра так же играет, что ты его туда не кикнешь, блядь. Он уже ушел. Потому что я знаю, что он играет редко. Я его не кикал, он сам ушел. В какую-то дуэшку. Да, Саня, молчи, сейчас еще почистит. Да что-то хуйню. Да мне похуй, конечно, блядь. Ну, а хули хуйню, если они в рейды не ходят. Мы лича траили 25 гер, нахуй, он сидел бухал. Блядь, у тебя есть люди, которые потенциально могут какие-то дырки закрыть, когда, блядь, кто-то отошел, кто-то куда-то... Теперь они уже не могут нихуя закрыть. Ну, если он играет до 18.00, нахуй, что он закроет? А потом, нахуй, у нас будет, блядь, какой-нибудь рейд, условно говоря, чел бы скажет, блядь, мне надо на работу, уйдет, нахуй, у нас будет сидеть там, сидел бы какой-нибудь отже, да, которого можно было бы взять. Я понял, нахуй. Какое-то время идти, нахуй. Да, ну, давай, ладно, хорошо, поиграть. Давай попиздим. А мы хорошо. Сделаем ро, нахуй, и пойдем чилить, блядь. Сейчас может ро сделать. Что не ро пошла, ебаный урод. Да, да. Чё за хуйня, нахуй? Я говорю, он играть не может. У тебя какие еще вопросы? Дырка, блядь. Какая еще дырка? А толкиона, нахуя ты кикнул, блядь. Кого кикнул?
Вара, блядь, который... Потому что он не ходит в рейде, 1000 ЕП у него. Вот и думай, нахуй, сколько он в рейде. Он пришел, ты его на замену поставил. Он пришел, блядь, в рейд, его отправил на замену. В позатот рейд он тоже пришел, ты его отправил на замену. Так он 3 недели в гильдии, блядь, 3 недели. И постоянно на замене, блядь. И 1000 ЕП у него. Не, ну, может, не знал, что надо писать там что-то. Ну, блядь, короче, спорный такой момент будет. Ну, блядь, ну... Уже хули. Я сейчас, видимо, в раш вошел, блядь, понакикал людей, нахуй. А потом говоришь, у нас людей нет, а нам никого набирать. Так если они не ходят, нахуй, если у него 1000 ИП, нахуй он нужен. Так как ходить? Вы, блядь, собираете рейд? Я спрашиваю, от скольки ДПС нужен? От 15, блядь. У меня 10, нахуй. Че? И что мне с вами делать, нахуй? В 10 в обычку. В 10 в обычку ходишь. Замена плюс там, видишь, ладно, я понял. Мы рейд, наверное, не будем начинать, да? Вот, ну успокойся, ну человек, ну реально, блядь, бах еще и в Дискорде, и вот, блядь. А, ну, короче, вот, Воин, ты когда, ну, рейд заканчивается, ты пишешь, типа, что ты был на замене, и тебе ИП, ну, ИП начисляют. Я пишу в гильдчат, замена плюс. Ну, было бы 1000, у него было бы больше, бы, если он всегда на замене был. Ну, вот видишь, он, может, не пишет просто, блядь, тут. Вот в чем самое хуйня, ну, человек просто, приходит, как бы, ник мелькает. Просто это чей-то твинк, нахуй, с другой гильдии, который там сидит, одевает, у него там уже шем есть. Ладно, у меня паранойя, хорошо, мы этот рейд тогда не будем начинать. Или все, что, давайте нахуй? По рейду. Давайте деда по рейду. Не выпил таблетки. Мы его давно уже должны были начать. Так, а, ну, хули, я слушаю вас. Что, давай еще попиздим, да? Хорошо, давай. Ну, правильно, блядь, покикал, блядь. Ну, теперь нахуй. Мы виноваты, блядь, еще что-то. А нахуй, с чего блядь, вы там, виноваты, блядь? Ну, вот сейчас вы пиздите. Давай попиздим, хули, дальше. Ну, а до этого мы тебя ждали, пока ты людей из гильдии кикнешь. А, и поэтому надо пиздеть до сих пор, да? Короче, я понял. Не, ну вот последнее скажу, вот у нас и так, блядь, нет-нет, щели бывают. А вот теперь мы еще в составе щели делаем. Да какая... Дабл щель опасная хуйня. Блять, какая щель? Это шутка, это шутка. Если у них ЕП нету, что ты думаешь? Ну, блять, нахуй нужен, если он не лутает ЕП, он просто не нужен. Так давайте поднимем главный просто сейчас вопрос. Это, блядь, есть ли кто дает десятку и кто сейчас сидит на замене? Пускай заряженные уступят и все, блядь, я сам могу уступить. Мы так уже уступали, нет, нахуй, вместо рейда 2 часа, рейд 5 часов будет, вот тебе, блядь, и смотри. А еще скажи, что у нас в рейде, блядь, делает хан 238, когда мне, блядь, нельзя, нахуй, идти меньше, блядь, там, 240-го левела, ханту можно, блядь, без 4-4. Так, блядь, ты хочешь все-таки продолжить, да? Бидон, ты тут? Да чё? Нет, блядь, я просто хочу, чтобы, нахуй, вот пиздежа так, не было. Так вот, я тебе сейчас говорю, есть... вот ты задал вопрос, мы сейчас давай дальше пиздеть будем. Мы сейчас босса пулить будем или пиздеть? Давай, выбирай одну из двух, вот. Слово просто за тобой, нахуй. Я просто хочу, чтобы ты за слова за свои отвечал, нахуй. Сначала говоришь одно, хорошо, потом, нахуй, другое, оказывается. Хорошо, я понял. Пиздец, значит, будем, да? Тебя всего лишь спросили, Войт, почему 238-й хант? То есть ты вместо того, чтобы, блядь, на вопрос ответить, нахуй, задаешь мне вопрос, блядь. Ты его ответить можешь или как? Нахуй? Ну, как отвечать? Ну, серьезно, ну, Биг Дэм, ну, ты уже поднимаешь хуйню какую-то. Ну, хант, блядь, у него 3 Т4-х. Он одет хоть как-то. Это какой-то твинк созданный. У тебя 187-й маг был. И ты до сих пор за это начинаешь, уже 3 дня прошло, 2 дня, я ты начал, до сих пор, блядь, горишь из-за этого. Давайте уже реально пронесем это 25 опра, зайдемся, сегодня ебаная суббота, блядь, отдохнуть охота. Ты уже отдыхаешь. Короче, Биг Дэм, я так понял, ты ИП на вару лутанул, да, за целка, за прошлое? Тебе да. Надо ИП на другого персонажа, да, лутать сейчас? Да, может и не надо, тебе помочь пошел. Ну так а как мне сейчас? Тебе ИП надо на другого лутать, ты варом пошел. Ну кинешь на приставы, в чем проблема? Ну зайди пристом тогда сразу. Ну пристав КД. Ай, блять, хуёво, конечно. Да какая-то телега, давайте бить босса. Блядь. Если вы такие умные, Биг Дэм, блять, ну поводи, я говорю, 3 месяца, блять, и сам будешь думать. Да я повожу, в чем проблема, блять? Я же тебе сказал, что я повожу, блять, но вместо того, чтобы вести, нахуй, ты мне, блять, ну начинаешь, блять, там сам рейдит, нахуя? Если ты, грубо говоря, дал права, нахуй, тут же, блять, сам начинаешь рейдит. Я же в прошлый раз об этом же сказал. Мне интересно, вопрос не о правах, просто не, босс, не о Бурельсе, вопрос о том, кем ты зашел в рейд. Не люблю. Давайте это после рейда. А там челики, да, АФКшат, там хилы АФКшат, блять. Просто мы пиздим, поэтому люди АФК ушли. Просто чтобы не кикать народ, надо просто маленечко, ну может... Ну, да все, похуй, блядь, вот похуй, все.
Заебете, блядь. Продолжите. Вот злобный вопрос поднял. Вот это, блядь, актуальный вопрос. Реально, чувак ходит с нами уже сколько, пойми сколько. Блядь, не одеваем его. Да в смысле не одеваем? Может не падает что-то, что ему надо? А чё, по бокам не будет РДД, чтобы огонь? Кликните на хп там. Что-то радник, у тебя хп мало. Банку там выйдет. А чё герою не дали? Приста бафа нет, да? Есть. Чё-то нету, 60 тысяч, мало что. У меня на моем пале 65, это 9. Bone Storm cast. Лоб в шипе. Bone Storm cast. Bone Spike Cast. Призна, поставь что-то там, я дам гимн. Bone Spike Cast. Осколок. Угу. Идите там потихоньку пуляйте пока. Квест. А что за квест? А. Я сегодня, если что, буду как Центек.
посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. А чё надо рук доебалось? Нормальные руки вроде. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует. Нормальные руки, демонические, как обычно. Я его вспомнил, потому что мы угорали, что он на 4 спека ролит. Поэтому я его и вспомнил. Потому что он тоже друид. Припается только, но типа, но в остальном норм. Мне вот просто интересно. Биг Дэм, ты тут? Да. Что ты лутаешь? Ну, получается, 800 лутанул. И, ну, похуй, думаешь, за ГМХМ еще 1200 лутанул. Думаешь, нормально? Ну, не 1200, а 400, потому что грула я не отбивал. Ладно, ты не понял, наверное, да? Ты, ну, ты не понимаешь фишки, не сечешь, да? Ты думаешь... Блядь, да какой не секунду, ну, я сходил туда, мы убили, ну... магика, нахуй, и этих, блядь, и пришел. Ты дай мне 400, блядь, за грула просто, и все, блядь. Ну, если ты, ну, ты сам накидываешь, блядь. Причем тут я вообще, что ты до меня доебался? Дай мне 400 ЕП за грула, и все. Нет, ты сам-то хоть понимаешь, что ты второй раз на вару лутаешь, ты это сам-то хоть отслеживаешь? Ну, я пошел в вару, я в курсе, что я иду в вару, но тогда я ходил тоже хорошо, на вару. Хорошо, я понял, туда. Я понял. Ты не отслеживаешь, хорошо. Куда тогда это ИП тебе дать? На мага или на приста? На приста. Потому что ты двойное так получаешь. Не знаю, что в этом такого агрессивного, но надо это понимать. Блять, ну у нас какой-то рейд уже, какая-то атмосфера ебаная, мужики, ну давайте соберемся, похуй, реально, все, забейте. Ну на одного перса мы проходим, ну, рейды в да двух экземплярах. Да понятно, понятно, вопрос, понятно. Вот это не понимаешь. Я просто задал вопрос. Не я даю ЕП. Так я задал вопрос, заметил ты это или нет. Ну я понял, ты не заметил. Правильно? Вот и все. Я заметил это, я в курсе. А, ты заметил и просто промолчал, я понял. Ну да. Ну все понятно. Я, получается, пидор, как всегда. Все ясно. Ебись, как хочешь, сам будет. Все понятно. Не, я могу где-то проебаться, тут никто не спорит. Но ты все равно в... потом чекаешь, блядь, кому ты что дал, кому не дал. Да нихуя я не чекаю, я чекаю, вот так только сейчас чекнул. Ну, потому что я вспомнил, что ты там тоже навару лутал. Ну, если я, типа, когда-то проебусь, то имейте в виду, ну, человек просто будет больше вас ИП накапливать, и все. Вот, и думайте сами. Ну, это ебаная тема так-то. Да, ебаная. Притом он что, промолчал. Ладно, хуй с ним. Да, я кончен, я молчал. Пиздец, блядь. Время шедевральных вихрей. Хочется... Да, давайте, блядь, сфокусируемся. Главное, ну, что ты в натуре, блядь. Такой хуйни первый раз наблюдаю, чтобы прям вот так вот там, блядь, разъебывали друг друга. Это просто игра неинтересна некоторым, да и все. А, Дарнавана заберите, берите. Сука, там квест. Мамбо забрать. Милики сзади моб. Лока контроль. Пять. Запни его, у тебя нет. Блять, предполагаю это. Предполагает, они из-за кушки на кота. Маги, Дарнавана, пошло. Нет. Я ошибнул. Ассенер шип.
Все, спасибо. Да это пошло, вероятнее всего, из-за того, что там кик, не кик, типа там типов, мне кажется, вот это хуйня. Я не могу не согласиться, блядь, ну реально, если сидят, нахуй не нужны. Самый лучший человек на замене — это вот Ностальгия. Вот он реально всегда присутствует, он, блядь, спросишь, он пойдет. А других таких я не видел, чтобы люди всегда были диси на подхвате. Потому что человек приходит, его садят на замену, он вместо того, чтобы играть, он сидит чилит, а ему больше заняться нечем, говорю. Ностальгия пошел аренить, и аренит, то есть у него есть чем заняться, а человеку нехуй заняться. А лучше пойдет это время чё, более чё, полезно. Братан, я пиздец что-то тебя, походу, ну, тихо слышу очень. Чё это? Я вообще не знаю, ну, этого вара, может кто-то его знает лучше. Это его пара раз он мелькал. Ну, он в Хейме был. Кого добрали, блядь, только на когда там недели две назад, наверное, этого вара. Знаете, похуй вообще, короче, а сами разбираются, не допускают. Я о них что говорю, мне вообще в расчет не вкрадет, хуй не берут. Да нет, ты ошибаешься. Духи, убегите под леди. Бля, да я столько раз был вообще в рейде или на замене проебывал, не просил вообще эту ИП, ГП, мне вообще до пизды. Очень много раз проебывал. Так а за ней следят только те, кто какую-то шмотку нацелились забрать. Ну если видишь, если ты не спешишь одеть именно какую-то шмотку, то тебе и будет пофиг. Не, немножко не так, не так. А не знали. Тут прям реально то забыл, то знаешь, что сам что-то вообще заслакал. Духи. Лестница тут. А мне кажется, или она чаще духов решила спасомонить? Каждый 10 секунд. Спиритс. Что, какие-то стг есть? Нет, наверное, нет. Я не могу атаковать эту цель. Хант надо тебе? Этот, который мега хант. У него аддона нету. Я тоже проебал квест, кстати. Ну, у него Т4 там. Сейчас хантов Т4 идет. Типа, если ты поднялся и вернулся, моб исчезает? НПЦ? Как это работает? Так. О, вот сейчас появился. Ебаный баг. О, багруха упала. Кек. Бен Стиллер багруху полутал. Спасибо. Блин, так кто будет это получит? Аплодисменты. Спасибо. Мы будем сдерживать орду, пока вы не подготовитесь к... Ну, мини-дека. Чей-то твинк, наверное, был. Это ушатастик был. Ага. Ты меня уже кикнул. Сори. А уж Атестик, ты правда писал или ты рофлил? Да, скуяли рофлил, я же говорил, у меня 4 ребенка и жена лежачая, блядь. А у вас рейды, блядь, по 4 часа, я как... Ну да, это в ГМ... совсем нереально, ты вообще пиздец.
Почему это реально было, допустим, там неделю назад? Просто сейчас, в данный момент, я и худо, поэтому я в любой момент могу отойти, блядь, посреди рейда и на боссе, и мне похуй. Ну, понятно, понятно. Есть тогда что? А так, если, блядь, что, блядь, я не знаю, как даже это... Хуйня какая-то, короче, нахуй вообще тогда в гильдию вступать? Выздороветь, пиши, да? Да не, почему? Жалко, только эмблемки все слил, блядь. Ладно, давайте. Вот вам ситуация, блядь. Конечно. Вы видите, что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса. Все на палубу. Сильваночка, это кто? 5, 4, 3, 2, игрок. Какой? Ну кто это, в смысле? Твин чей-то? Нет, это игрок какой-то. Ну, это, дайте ему там. Повысить его роль, там, не знаю. Спросите заметку, какие-то. Ты как кто взял? Откуда он? Ну, я взял. Там, с этого. Просто запрос в гильдию был. Я просто одного типа знаю с таким ником. Я тоже одного типа знаю с таким ником, и я не знаю, он ли это. Надо спросить. Шпион из другой гильдии. Шпион! 100%! Это не он. Это мага, думайте бить. Он по ступенькам перейдет здесь. Здесь через крыло можно перелезть. А вернуться можно, когда эти прислужники приходят, там портал открывается. Меня заебал этот баг с пропажей интерфейсов тоже. Че у него заметки, спроси там имя, спеки. Никита Мутик. На ханте. А, все, вру, тупой, это разбойник. Я на стиллер коротает время, ковыряюсь в носу. Кстати, в пушку кто-нибудь умрал. Три пушки. Это я когда декурсил коротал время. Три пушки вместо четырех бьют. Злобный сдох. Сика, хилить меня нахуй надо, да? Вылезь и залезьте кто-то из ДД пушку. Вообще, все нормально.
после этого мага, скорее всего, расхуярим этот корабль. Скажите, когда запустите сумму? Угу. За секунд 30 до боя. Раздача сколько, что ли? Кто там из хилов в ДНМ будет? Призан, призан, вон пускай призан будет, остальные пускай хилят. Слышишь, что, Равник, а ты не хочешь подамажить с холидринком? Равника и холидринка нету. Рарник тут? Вот тут. Рарник. Рарник тут, нет? Не хочешь подмажить с холидринком? Чего? Я сказал, я тут. Ты подмажить не хочешь, Рарник? С кем? Холи дринком. На арене? Нет. Блять, сейчас на сурке, какая арена? А кто будет дамажить? Ой, танчик. А, блять, ну Бурибай спекнется. Костя на арене. А вот там оно кота спекнется. Ну посмотрите, три шема, блять, в рейде, че вы? Хочешь, чтоб свою палку блядь, покрутить? Кто может танка спекнуться? Видишь, против. Я могу в танк. Кот в первом пати у вас я могу спекнуться. Давай спекайся. Пускай он побьет с шемом, а то вечно танчит. Кто? Керус? Какой Керус? Рарника, он хочет спекнуть в ДД. Спекайся, Инсика, блядь. Какой Керус? Как кто? Ты. О, блядь, все, нахуй. Как будто, блядь. Сейчас беру фотки. Да, я так не буду что-то про там. Сейчас все заберу. Кольцо проебал кольцо, получается. Кольцо проебал в банке. Че, ты все одел? Нашел. Идет, пойдет. Охуенно. Перерыв. На 10 минут. Пацаны, о чем попиздим?
Это походу шаман просто не выдержал. Здесь, короче, ЛК-камни. Я могу как раз это, сумануться за ЛК-камнями. Какие ЛК-камни? Так убьем его, но... Накурился, что ли? Дима жизни тех, кто обжегся. Запускаю. Дебон стиллер. Сумон. Сумоньте. Ну, килья. Там буриба мертвый. Ну вот он сейчас под Герой вас с шемами обгонит, нахуй. Что, идем умирать? Не вовремя, что-то ты решил это сделать. Блин, еще не помню, как танчить. Он бедно что-то психанул. Меня учил танк, берешь лицом, принимаешь и все. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренор. Я бы не позволил человеку... Принстеллер, я хуй знаю, ты не смонишься. Я тут. Ща кайфанем. Ща кайфанем, он прав. Радик, ты еще шмот не переодел, что-то не понятно. Ну, борстик добренький такой. Чё ты с меткой, босс, на тебя ничего не смущает? По магу сорву. Магу сорву. Да сдали по тебе сальву. Вон они. Очень странная хуйня, ладно. Тика, сам по себе сальву. Блять, а призен-то не спекался нихуя. Или чё? Он так мало бьет. Шмот не переодел, что не упали. Какой еще той здравый? Ааа, двуручки хорош, нахуй. Наебал я такие ты здравы, конечно. По мега ханту он... А, частицы нету. Смотрите, ханта не проебите. Чё там, кружка с медальоном-то синергирует? Да хуй знает, не знаю. Для стальжи я дал кружку. Угу. Вроде лучше разливается всегда. Давай не сика массакру. Тест-драйв, так тест-драйв, блядь. Рарник не дамажит, рарник не дамажит. Не, вначале внизу был где-то. О, вот. Рарник дамажит. Рарник 22. Дринк 18. Я просто не спула крылья прожимаю. Не, буриба это маг.
Бурибая дамаг вообще заебись. А я на трэше накручиваю, я там, короче, жду трэш. На трэше накручиваю. Ну то Бурибая дамаг, смотри, какой охуенный, как хулидринг дал. Ну я тоже вырос. Чуть-чуть, блять, на косарь. А, не, ну заебись. ПС заебись, бля. Блин, силлер вообще пиздец, 27 тысяч, это что за хуйня? Это страшно. Ну это нормально, да, маг, аркамага сейчас. Это получается топ маг в гильдии, да? Да я так лох. Да бичара он. Понятно. Ну в РБК можно пойти. Ай, да. Кстати, пойдем в РБК. Сходил в РБК. 27 тысяч. Десятку герба пронести до конца. На туре. Ну, бы там у меня на новый РБК есть КД, кроме... Только в СИТЭК можем попасть. Через просто. Через рандом. На миллион нас передамажил. Я чувствую, как король Лич наблюдает за нами. Че, вы обратно спекаетесь хоть? Могу в танке остаться. Надо просто камни сделать, хотя бы алкаш на выносливость. Ну и быка могу. Спел, диспел. Два. Забываю. Тика, ты не понимаешь, да? Тебе объяснять надо. Ты тут? Нет? Я все равно не понимаю. Да, я тут. А. Сейчас ехну. Где танк второй? Кто будет? Танчить. Я могу. Не смешно. Да я все равно там, блядь, не тут где-то покупается.
Забери собак. А кто уже с кружкой сталкивался? А то я пока вникнуть не могу по ходу рейда. Чё она там? Я вот в реале столкнулся. Да ёпт. На кружке-то все, блядь, сидели в реале. У тебя там Нистас, что ли, что-то, что-то, блядь. Что тебе не понятно? Нет. С кружкой говорит, реально столкнулся. Это жестко. Как синтек, что ли? Ахаха, блять, вот это шутка, нахуй, пиздец. Типа он бухает, поняли, да? А где синтек? Я, короче, кружка, за каждую автоатаку у тебя набирается стак, все, блять. Если у тебя мало автоатак, соответственно, и мало стаков. Прокать будет. Мало автоатак, мало стаков, все правильно. Мало стаков, мало проков. Мало проков, мало ДПС. Поэтому она там не очень. Определенное количество стаков разливается лужа, которая дамажит. Там скорее от хосты зависит. Удар же, наверное, не лучше, да? Хуяси. Ну она будет часто прокать, не знаю, у паладинов каких-нибудь, которые в хосты собираются. Авару или как? Медленно, у них нету двух пух. Пул пойдет. ФДК пойдет. Ну да, ФДК, комбо трогай, хорошо. Сколько у тебя на коте хосты? Блять, он одной лапкой бьет, а не двумя, понимаете? Раз, два надо, а раз, вот два у него, раз, раз, раз. Раз! Брать РПБ? Там все равно, если медальон есть, вроде... Но все равно 5% от прока 3 не, это много. Ну это с гадюк. А так это вообще будет жопа. Ну вот у меня есть 7 многодюки. Сзади трэш ходит. А как этот пьяный эффект отключить на панде? Заходишь на настройки, там что-то с графикой освещения убираешь. Да все это не всегда. Три танка вижу. Злобный холидринг. ФДД. Скажешь, как будешь готов, дробы есть. Графики эффекта и эффект освещения. Готов? Да, вот. Отменяю. 5, 4, 3, 2, 1.
КС-очку можно? Зачем ты это сделал? Не знаю. Прислужник Хурюка тут в коридоре стоит. Потерялся. Вот тварь, а. А Геру что дадите? А Гера выйдет погулять? ПСК есть? Помогу. Неужели? Спасибо. Отличные новости, народ!
Большого заберите, одного и второго. Можно и мертвеца кто-нибудь дать? Ты бы хоть ник говорил, блядь. Умрите! А, чё они не взорвались? Ну, что боссы... Бракованные. Пацаны, а сколько ОД может быть на персе максимум? Лимита нет, наверное. Наверное, нет лимита. Не, вообще должен быть лимит какой-то. Ну, я нигде не видел. Не знаю, 350 тысяч набирал, дальше, ну, саранит потратил. Ну, вот тогда 350 тысяч. Не-не, еще можно было там собирать. Не, если 350 тысяч, все, нахуй, вопрос отпадает. На самом деле, наверное, нет лимита никакого. Сейчас 240, дальше буду копить. А какой кап меткости у ШП? 11, наверное. 289, если в цифрах. Я думаю, вот этот вот объект. Вместо какой лучше одеть? ШП объект не нужен. Вообще лучше не одевать его, этот объект. Ну, тебе нужно спрятать. А, не нужен? Серьезно? Нет. Нужен кому-нибудь? Отдам тогда. Да, вот, у него там счеты, ну ебаный в рот, пацаны, что ты ему говорить? Мне там вообще, кстати, ну, что у него там? За неимением лучшего можно взять, ну а так, за ОП. Ну, у него, да, у него хит на ОП, за ОД. А, ну, лучше тогда объект, если никому не нужен. А вместо какой? Ну, верхний, может, верхний. Если у тебя хита хватает без нее. Да уже хватает он, блядь, никакой себе. Хватит. 11% у тебя должен быть. И талант на 3 кэш. Не хватает. Если одеваю. Потом перекинула. Веди до зеленого. Восемьдесят три, 82. Что
Есть ПСК? Дэн Стиллер. ДС умер. Студия лес. Я понял, два пельмени словил. Ностальгия лес. Полба. Лужи, пей, пей, лужи. ПС откатилось? По боссу да. Больше. По боссу больше дамажьте 7 секунд. 1%. Берегитесь. Ты лужи, пей, чё ты тут здесь бегаешь? По часовой поведёте? Угу. На восток. На запад. Здесь полз пластик. Вовремя шатнули.
Что-то какое-то настроение сегодня хуёвое, блядь. Да что-то, блядь, заметил, нахуй. Да это все в начале какая-то борода была прям не очень, блядь. Что-то пидоров даже нету вообще, блядь. Кстати, где они? Ну, где пидоры? Тикали же с гильдии. Для пидоров из суматоха началась какая-то. Я, блядь, на колбу наступил, но думаю, ну вот он, все, сейчас вот будет уже все, че пидор, что ли, бомжи и банды. Нет. Такая же хуйня, колба прилетела, думаю, тишина. Ну это пиздец какой-то вообще, там че вообще, Войд отключился? Я думаю, блядь, может, Войд микрофон отключился, то ли че, ну то есть как бы не было вот этого, бичи, ебаные, колбы ловите. Никто не говорит. Босса рано перевели, еще зеленый жил. Там, короче, что-то пиздец, тишина была. Да и везде тишина была. Просто Войду было похуй. Понятно. Да непривычно просто было. Растерялся, да, небось? Ну, типа, блядь, слезы Алголона, не слезы Алголона вроде. Так и не понял. Понял. Где? Туда попал? Во-во. Это уже просто часть РТ, на самом деле. Я правильно понимаю, что вы мазохисты, получается, блядь? Чё, ну, это дело привычки. Блядь, это козырное, я привычки, не воспринимаю его матку никогда прям так вот, как, ну там, блядь, оскорбление. Человек просто от души и бошит. Рано у вас фетиши, конечно. Ну и на самом деле, этот у нас был человек, с которым я первого лича убивал. Он, ну, я уже рассказывал. Ты говоришь, долбоёб или ты долбоёб? Третьего не дано. И вот он весь рейд так вот хуесосит. Ты пидор, долбоёб, там, чтоб у тебя хуй во лбу вырос, там, ну и так далее. То есть, а другие челики у нас в гильдии, ну, ГМ гильдии Ревел, ну, скажет, вы пидоры, там, ну-ка давай, мы с пидоры, и все. Ну, как бы особо не было такого. Там потому что такие люди сидели, которым не надо было нихуя объяснять. Все делали сами. Ну, а еще у нас было два топ Рэла, которые вообще не матерились никогда. Но при этом все говорили. Все говорили. Что значит, это были не топ Рэла? Да, нет, да, это, да, нет, тоже. Такая же мысль на ум пришла. Не-не-не. Ты не слышал, какой там семиэтажный мат в топовых гильдиях стоит. Не-не-не. Это значит, не те самые Рэлы. Это не топовые. Это гильдии, они в подметке не годятся тем ребятам, с которыми я играл. Они никогда не матерились и всегда говорили четко по делу. Если вайп. Всегда знали, из-за чего вайп. И танчили, и хилили лучше всех. Ну, просто лучшие игроки. Я таких нигде не видел на Сирусе. Я не про Сирус говорю. Не, просто мат — это такая хуйня, она либо идет человеку, либо не идет. И вот не у многих получается материться, даже оскорблять так, чтобы, блядь, ну, другой не подумал, что это прям вот, ну, его хотят унизить, блядь. И вот. Так оно слышно по интонации, если унизить хотят, слышно же. Да, 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 да. И вот, ну, не всем это дано, к сожалению. Вот мы и говорим сегодня, нихуя рейд без пидоров, ебать, как так?
там отошел Бен Стиллер. Ну, я думаю, мы справимся без него, или мы что-то надо? Справимся. Танчи двоих. Куда? Непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Давайте, Геру. Пустите к вам в комнату, пожалуйста. Не, нет, ты наказан. Да, бля. Ну ладно. Да сейчас запустим. Спасибо. С этого босса ЕП не лутаешь. Все, нахуй. Так, за проход. Пока всем. Давай. А Вилания, точно тебе это надо? Ну, если никому не надо, то да. Типа, если кому-то надо, то разберут. Там вон присту надо. Ну, мне не надо тогда. Майами к тебе надо? Если кому-то нужно, так же. Я просто ДЦ думал делать. Ну, в дальнейшем. А так если... А я нахапала давай... просто. Ладно, я понял. Злобно, тебе надо кап меткости, да, подбить? Злобный, прием. Пишет немного. Так.
осколок. Шотнул, умер, блин. А нехер выпендриваться. Поврежденка! Хуя себе. Нихуя себе, блин. Что такое? Ебал, ебал, по мне. Хуя себе, блядь. Нихуя себе, блядь. Бо. Пешка за 4К, блядь, увидел. За миксовку какую-то видел, блядь. Пиздец, трэш. Не, чё, пацанёнок на этом, блядь, на этом, на концерте, заебись, пизданул, долго. На каком концерте? Про зайчика, так когда зайчика спрятали. Ой, не видно. Чё там, самое интересное началось? Не, оно ещё впереди, ты чё? Это за жопу кусать будет. А, Синдра ещё, да, точно. Это... Отключили. Просак, так называем. Дай бог здоровья войду. Дай бог. Дай бог ему нервных клеток. Нервные клетки не восстанавливаются. А вдруг? Пиздец. Пидон. Пошёл. Я там кто-то ебашит. Как его? Дискотека, ёпс. Чисто олдовая тема какая-то. Где я под такую музыку играю? Нам Моторолу позвонили. Деловой вопросик. Сразу кассетный магнитофон почему-то представил. Sony Ericsson с колонками маленькими. И тип с усами, с бородой, в коротких шортах. Милхаус? Без воды. Султан. Бронстиллер ПС. Спасибо. Пятиминутная хуйня не откатилась, которая усиление. По таймингу ПС. А на кого пулил? Ушел хрюка. Ты на меня пулил? Или топа? На песоке. Понятно. Давай, Бенстиллер, на сурке 26, чтоб на лане дал 40.
Давай, работаем. Ладно. Не будет 40-100 гп, нахуй. Да бля. Мотивация. Ой, да настроение начинает подниматься. Крюкалку сел. Спасибо тебе. Не за что, солнышко. А вы знаете, как замотивировать. Вообще. Ну пока 33к нахуй, там 40к и не так пахнет. Я с тенями бегаю, блядь. Понял, нахуй, это все отмазка. Я весь бурс проебал. Ну, ладно, давай ГП поход. Да помню. Мне поход. Да я в тильт уже. Я понял, блядь. Блять, анекдот бы хоть рассказали. Сейчас эфир будет скоро. 5 секунд. На Синдре анекдоты пойдут. Вот такие замечательные, что пиздец. Анекдот. А где хранят деньги студенты? Воспоминания. Где синтак? Воспоминания. Владиконом укусил. Понял, типа. Типа на пиво спустил. Ты типа нет денег у них. Нахуй. Да, нет у нас денег. Ну типа бедные. Ладно. В портфеле, ёп. Синтека встречаешь в жизни и спрашиваешь, что совпало. Бидон, ты сухой. Ставь тотем, пэсы гимноману. Ностальгия Иннер по бидону, злобный тоже по бидону, Вадикон по инсике. Не люблю я хуй знаю, ну собаку вызываю, не знаю. Там еще призановский потом заюзаем. Тоже не люблю собак. Нихуя себе черная. А лужа-то хорошо. Аккуратно. Султанчик, лови. Призан, ставь тотем Майами гимнорману. Убить ханта. Бля, убейте его нахуй. Убить хорош ханта. Хант. Ликвидируй. О, блять, у меня ману сосет. Убейте ебаного ханта, ну. Мега ханты тут первый раз, что ли? Я уже знаю, кого в Даларан посылать. Это он ошибся, отвлекся там. Убить какой-то за клинским Даларан. Ступился. У нас сейчас бигдем уйдет, если что. Я понял. Сдайте гимн, у меня нет гимна на эту. Дал. Дал, ушел. Короче, массе, ФМА, короче, отдаю, вот, блядь, выживаем. Ух, блядь, сам не сдохни. Рюк, погоди, не бей, я тебя коню. Правильно. Да. А все, можешь бить, не поезд куда. Лучше бы мне, да. О, меня пацаны укусили, хорош. Да сука, ни о чем. А ты нахуя меня укусил, блядь? Сумасшедший, блядь. Чисто третий по ДПС, блядь, без укуса. А че вы бигдема? Хурюк ебучий, почему ты в миле бигдема не укусил? Это к хурюку, я был уверен. Короче, мне надо отойти в магазин, а у Бурюба есть хил... Хапал, блять, вот, если я не успею, но я успею, тут, блять, 10 минут туда-обратно, все, я побежал. Я вчера ушел в магазин, блять. Хуя я только сейчас обратил внимание, сколько... За хлебом ушел. Дай ты перо, ее бросай. 28 тысяч, охуеть. Блять, ностальжи, ты как хуйнешь инфу, просто пум, чё за инфа? Не, просто, ну, блядь, в нормальном Варкрафте это тринька там что-то косарей 8-7 хилит, и я в ПВП в коте, ну, с ней бегал, нахуй. Понятно, пацан с ВЦГ. Да. Ювов, циркл, вся хуйня, то есть там вот. Ну, а то, что ключ тут блочит, ты видел, сколько тебя не скупило? Нет, кстати, тоже, да, какой-то там? 24 тысячи, по-моему. Охуеть. Всем доброй ночи. Пошел спать. Давай, спокойной ночи.
Не, ну, кстати, они молодцы, что эту триню сделали такой, потому что она, блядь, в оригинальном Вове, блядь, вообще в ПВЕ не бралась, она нахуй была не нужна никому. Не того ты триксовал топа. Не того. А сколько впало, кстати говоря, 6? Или сколько? Тогда сбился? 5 сейчас. 5. Это часто они начали падать. Че, 10 минут АФК давать или борьба спекнешься? Блин, рай ему залечь. Да я смотрю, вот мы идем, да, сейчас у нас ни одного полена нету. Нет. Хуя себе, это намек. Залейте инра. Ладно, похуй. Где и стан, если что? Хоть эту забери. Вот на стриме примерно 2 кадра в секунду. Ох-а! Это... Не, ну 2 больше, чем 1. Согласен. И меньше, чем все остальное. На ХП давайте гимн. Интересно, у меня вообще один кадр в 2 секунды тогда. Понятно. Не просил нахуй. Ты просто победитель сюда, да, надо было в первую очередь убивать. А что там, на замене никого нету? Или в 24 пойдем? Ты кикнул твой на замене. Вроде нету, не знаю. Не заходите только миники сюда. Ебать, трэш пошел пиздец. Заберите с полидрин. Привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы!
Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Улетать будет у нас с порталом. Бурябай. Бурябай? Так, я тогда ему кину МК. Кто еще? Кто-то еще будет с Бурябаем летать? Дон или Призон? Там сзади два типа. Не все зашли еще. Там АФК. Если будете хилить через лука, усиление будет. Подавление. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. А у нас Элли, мы есть, да, Брейди? Нету. А чё их там починили, как они вообще? Их не починили же. Ну, в смысле, вернули как были. Ну да. Suppressor spawned. Пэсса, у тебя тоже не попадает, да, вот эта вот Т4 фигня, которая, если пробегает, типа, знаешь, такая летит прям?
Ну, у него там радиус, что там, 12 метров, наверное, 15. Ну, сейчас вот кинул, получается, там пробежали и как бы все, не попало. Нет, с Россией у меня все заебись. Все ракеты долетают, все четенько. Все лучше, другими словами. Форматы хуярят. Форматы с Красноярска летят, все заебись. Ну у нее радиус там действительно понерфили, прям пиздец. Бывает такое, подъебло все происходит. Поэтому лучше... Опа, надо... Нормальный такой фонтан был.